внимание! Главное предложение только с сегодняшнего дня – это комплект Иона. Это сегодня совершенный бренд Pre-Woman, который представлен эксклюзивно на телеканале Shopping Show. И я точно знаю, что этот комплект вы не найдете нигде, потому что это шикарное изобретение художников, дизайнеров, бренда Pre-Woman совместно с телеканалом Shopping Show. Знаешь, я прям вот стою и горжусь, что именно мне сегодня достался комплект Иона, абсолютно эксклюзив, премьера на телеканале Shopping Show. Я такие костюмы просто обожаю. Во-первых, это супер удобно, супер комфортно. Главный модный тренд в этом году – это именно вот ощущение свободы. Спорт-шик плотно укрепился в нашей с вами повседневной жизни. Интересный дизайн, удлиненный кардиган, брюки прямого кроя на эластичной ленте. И посмотрите, как идеально сидит комплект на наших моделях. И, кстати, я хочу отметить, что здесь не только все продумано с точки зрения посадки и дизайна, но и также для того, чтобы носить нам этот комплект было одно лишь удовольствие, здесь используется натуральная, мягкая, легкая, невесомая вискоза, благодаря которой мы можем носить этот комплект круглый год. Итак, мои дорогие, бордовый цвет Елена Цветкова выбрала сегодня. И как он тебе идет? Яркое, эффектное. Можно губы не красить и быть всегда в тонусе. А можно выбрать для себя более нежный оттенок. Это бежевый. Мне он очень нравится. Знаете, такой создается эффект второй кожи. А вот наш хайлайтер в ярком своем проявлении. Это белый цвет. Он всегда очень освежает и придает такой именно отдохнувший вид нашему лицу. Молочный этот цвет называется в заказе. Так, серый цвет, не забывайте. Давайте, что два в одном, это кардиганы, брюки, идеально сидящие на вас. Темно-синий, сапфировый, конечно, он всегда есть, это классика. И черный, обожаемый нашими телезрительницами. Но самое главное, вам будет приятно узнать, что здесь у нас бренда Pre-Woman размерная линейка от 48 до 66 размера. И уже с брендом Pre-Woman еще только в марте к нам пришло более 7,5 тысяч новых телезрителей. Это значит, телезрительницы ценят, любят этот бренд и выбирают буквально с закрытыми глазами размер. Потому что у бренда Pre-Woman идет выверенная размерная сетка, которая соответствует параметрам современной русской женщины. Здесь у нас комплект, мы видим и кардиган, и брюки. Если у вас нижний тип, например, как у нашей модели Ольги, она для себя в бежевом цвете выбрала комплект, ориентируемся по бедру. На Ольге сейчас комплект в 50-м размере. Давайте сразу, кстати, поближе рассмотрим брюки. Во-первых, какая здесь хорошая, посмотрите, эластичная лента, да еще и супер высокая линия талии, что позволяет нам, во-первых, проработать проблемные зоны, такие как бедра и живот. А эластичная лента отвечает за подстройку. Нет вот этого дискомфорта, когда мы, например, выбираем брюки с пуговицей, с молнией, начинается вот этот уже нервный тик, когда пуговица впивается, и молния, и все это прям раздражает. Здесь мягко, комфортно, и опять же, если у вас нижний по нижнему, если верхний по верхнему, если нет перепада между плечом и бедром, берем четко размер в размер. Ты знаешь, я хочу сказать нашим телезрителям, если они ни разу не выбирали бренд Pre-Woman, начните именно с комплекта Теона, потому что комплект – это всегда удобно. Я для себя нашла такую выгоду. Когда я собираюсь в отпуск или на несколько дней отдохнуть к своим друзьям, к примеру, в Санкт-Петербург своей подруге Варе, я всегда выбираю костюмы. И знаешь, что самое главное? Костюм – это уже образ, но при этом, добирая, к примеру, какие-то джинсы или футболки, я могу не набирать огромное количество вещей и точно знать, что выбрав буквально несколько, этот костюм меня всегда будет спасать. Ну, для того, чтобы понять, как этот костюм может работать в вашем гардеробе, вы должны здесь отдавать себе отчет, что у нас здесь идут брюки, которые идеально сочетаются с футболкой, с толстовкой, с рубашкой, с водолазкой, все что угодно. А кардиган нам полностью может заменить ветровку, например, легкую джинсовую куртку, легкое летнее пальто. И мы также кардиган можем еще и носить для основы в многослойности, как это, например, делает наша модель Ольга, которая выбрала для себя в бежевом комплекте костюм просто под кардиган, обычный базовый топ, все, уже совершенно другой образ. То есть мне всегда нравятся костюмы как стилисту, я всегда их стараюсь внедрить в гардероб к своим клиентам, потому что две вещи, а количество образов просто до бесконечности. Конечно, но и при этом мы точно знаем, что сегодня, если две вещи, я делю цену на 2 999, брюки и кардиган, менее 1500 рублей за каждую вещь, причем брендовую вещь.
Pre-Woman. Самое лучшее для вас от бренда Pre-Woman совместно с телеканалом Shop & Show. Но, конечно же, сейчас вопросы, девочки. А как вот целый день я буду находиться в этом костюме? Как мне будет комфортно? Какие ощущения я буду чувствовать? Потому что очень часто мы наревались на синтетику, потом она превращалась просто в тряпку, и мы понимали, зачем я, скажем, это выбрала, да? Для меня очень важно. Потому что, знаешь, такой выбор делают всегда, как говорится, ценим конфетку по обертке. Вроде все привлекательно, а по факту это просто страх и ужас, потому что тело нервничает, когда соприкасается с синтетикой. Здесь мягкая вискоза, которая будет заботиться о дыхании вашего тела. Вискоза – это действительно комфортный материал, который создается путем переработки природной целлюлозы, как правило, это бамбук или эвкалипт. Очень мягкая, шелковистая, приятная на ощупь. Кстати, вискоза отлично держит цвет. И вот вы видите на своих экранах ту самую циркуляцию воздуха, которую контролирует именно вискоза. Поэтому данный комплект мы можем с вами носить круглый год и не бояться, что он как-то потеряет свой внешний вид. Неубиваемая вискоза обладает высочайшим уровнем износостойкости и любит, кстати, дружить с деликатным режимом. Да, и посмотрите, как вам легко будет гулять, отдыхать, а главное, вы даже не будете задумываться о том, так, погода на улице, я должна подобрать одежду. Вы просто надеваете комплект Иона, и он уже идеально подходит. Кстати, мне очень нравится, что сейчас я вижу красивый, стройный силуэт. А правда, что он как-то даже вытягивает благодаря вот этим линиям? Ну, во-первых, у нас идет абсолютно прямой крой у кардигана в целом. А также мы видим, что у нас он может застегнуться с помощью молнии. Причем молния расположена по косой, что визуально нам фигуру делает более компактной. Даже в расслабленном виде, смотрите, мы образуем здесь такие две параллельные прямые, которые визуально талию делают более компактной, сужают линию бедра. И вот эта свобода, она как раз компактной фигуру делает. Итак, мои дорогие, поторопитесь. Это главное предложение только сегодняшнего дня. Бренд Pre-Woman 2999, комплект Иона, брюки и кардиган, идеально подходящий друг другу.